Прежде чем начать наше действие, наш гала-концерт открытия фестиваля «Агидель-2013», это наш юбилейный фестиваль, как видите, 15-й фестиваль, официальный «Агидель», я хотел бы сначала сказать, кто же у нас организаторы фестиваля. У меня тут большой список, он у вас на билетах тоже есть, но я его должен озвучить обязательно. Это, конечно, наши родные министерства, Министерство культуры республики, Министерство молодежной политики и спорта, это наша торгово-промышленная палата, это общественная палата при президенте, это наша любимая администрация города Уфы, которая здесь представлена достойной командой, и Совет городского округа город Уфа. Ну и, естественно, большая команда тех, кто на самом деле, так сказать, много внес в организацию этого фестиваля. Это Башкирский государственный аграрный университет, в дворце молодежи которого мы и с вами находимся. Они, слава богу, каждый год нам любезно его предоставляют безвозмездно, абсолютно. Это, естественно, хозрасчетный... Да, поаплодируем аграрникам, молодцы они. Я надеюсь, что ректор аграрного университета здесь, но, по крайней мере, он очень человек скромный. Даже если мы его попросим подняться, он, наверное, не поднимется, но, тем не менее, вот мы должны все-таки Ильдару Габитову поаплодировать. Он великолепный. Вот он сидит, вот он машет всем. Ура аграрникам! Естественно, это хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института, он так называется, это центр, как обычно в народе говорят, центр Владимира Шалома, который нам предоставляет на пятницу, на субботу, на воскресенье свою базу «Юность». Все вы знаете, сегодня это самый популярный комплекс для проведения разных торжеств, мероприятий, свадеб. Вот, а эти дни как раз там будет идти фестиваль, и все кафе и рестораны будут для вас открыты, плюс сцена на воде, плюс три площадки отдельные, которые будут и представлены, и туристский блок, это наши друзья будут представлены с Ильменского фестиваля, это будет отдельный блок клуба «Сентябрь». Все это будет на базе у Шалома. Владимир Юрьевич, давайте мы им тоже поаплодируем, он молодец. И это, естественно, клуб «Визуал», я так вот уж буду говорить сокращенно, это наши фотографы, которые занимаются здесь вот видеосъемкой и потом выкладывают все материалы в виде замечательных фотографий, вот тех плакатов, тех афиш, тех вот задников, которые вы здесь видите. Это вот большая работа студии «Визуал», которая одновременно на фестивале еще проводит фотоконкурс. Они молодцы. Ну и, естественно, клуб самодеятельной песни, клуб авторской песни Института нефтехимии переработки, клуб «Белый ворон». Я думаю, тоже можно поаплодировать этому клубу.